Алтайские горы. Высота 3500. Забрался один. Из пятерых никто не пошел. Дошел практически до ледника. Дальше опасно, осыпаются камни. Постоял на льду. Посмотрел, откуда течет сама речка, горная река. Хорошо тут. Нету даже ни мышей, ни волков. До границы 2 км с Монголией. Дальше идти страшновато. Могут погранцы затяпать. А вообще здорово тут. Просто неописуемо. Рерих вспоминается. Во все стороны посмотришь. Горы. Солнце светит. Изумительно, конечно. 4 вершины. Приблизился ближе всех к этой. Вот вторая. Тут еще парочку. Самочувствие обалденное. Вышел в 6 утра. Даже не завтракал. Ну, на этом, пожалуй, все. Вот так вот. Так вот получилось, что спускаться легче, чем подниматься. Подниматься... Нет. Подниматься не тяжело. Подниматься очень тяжело. Отдыхал буквально через каждые 50 метров. На такой высоте главное тяжело начать. Кушать организм просит меньше. Переходит на какие-то внутренние ресурсы. Легкие работают по полной. Вышел, взял с собой только бутылку воды. Ни конфет, ни шоколада. Страшно одному, что если что-то случится, никто не придет на помощь. Время есть только до вечера. Потом замерзнешь. Температура ночью минусовая. Сейчас, в принципе, тепло. На мне 2 кофты, куртка. Одет как зимой. 2 штанов. Загорается изумительно. Горы супер. Ни одной живности. Никого. Тут нет вообще никого. 8-е сутки в пути. Но я думаю, следующий будет пункт Гималай, Тибет. Ну что ж, на этом разрешите откланяться.